Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Впервые на телеканале Shop and Show корейский бренд представляет вашему вниманию порошок в виде пластин. Да, друзья мои, итак, представляем вам инновационный стиральный порошок из Южной Кореи, который называется Ханджан. Ну, при первом только его виде вы уже сразу будете поражены, потому что это не традиционный порошок, это пластинка. Пластинка, которая является порошком. Это универсальный, Олечка, стиральный порошок, который подходит для всех типов ткани. Его что, прессанули так вот? Да, его так прессанули, и он получился в такой удобной форме. Итак, он подходит для хлопка, для лена, для льна, для детского белья, для искусственного. То есть, кроме того, в этом порошке содержится еще и кондиционер. То есть вам не нужны будут кондиционеры, вам не нужны будут никакие отбеливатели, ополаскиватели для черного, для цветного. Все это мы убираем в сторону, потому что все это заменяет наш инновационный стиральный порошок из Южной Кореи. Далее, расход вот этой пластинки хватает на то, чтобы постирать 7 килограммов белья. А вот этой упаковочки хватит на то, чтобы постирать 70 килограммов вещей. Посмотрите! Здорово! Вот столько! Друзья, то есть, подожди, у нас в комплекте получается 3 упаковки. То есть, соответственно, я правильно тебя понимаю, что нам хватит этого порошка, ну, где-то на 7,5 месяцев точно? Да, ты совершенно права. Полгода, даже больше, вы не будете бегать за какими-то средствами для стирки. Вы будете пользоваться только стиральным порошком. Закладывается он непосредственно в барабан. Причем вы можете контролировать, если 7 килограммов белья, то целую пластинку. До 3 килограммов половинку пластинки. Меньше еще, тогда четвертинку пластинки. Моментально растворяется как в горячей, так и в холодной воде. Ага. Подходит как для машинной, так и для ручной стирки. Никакой аллергии, он является гипоаллергеном. Он снимает статику с вещей, то есть обладает антистатическим эффектом. Ну и самое главное, он великолепно отстирывает. Ну, сейчас будем все показывать. Друзья, у нас, смотрите, сразу 2 аромата на выбор. Так. Розовый и синий цвет. Синий цвет – это цвет свежести. Давай понюхаем с тобой. Давай, как тебе? Вот сразу, да? Ой, мне нравится. Так, еще цветочный есть аромат. Это розовенькая упаковочка. Давай сейчас, это, наверное, для меня. Да. То есть наши телезрители могут сегодня выбрать, да, либо цветочки, либо вот такая вот морская свежесть. Цветами пахнет. Слушайте, запах мне очень нравится. В каждой упаковке содержится по 10 таких листочков. Ага. Еще раз напоминаю, один листочек на 7 килограммов белья. То есть, если вы стираете по 7 килограммов, то целый листочек. Угу. Если меньше, вот как я, у меня машинка на 3,5 килограмма, поэтому я пользуюсь половинкой листочка. Ну, смотри, какая удобная перфорация, как продумал все производитель для того, чтобы использовать, допустим, половинку этой пластины. Здорово, это гениально. Больше порошок не будет просыпаться. Не нужны мерные стаканчики, не нужно отмерять, не нужны дорогостоящие кондиционеры, отбеливатели. Сегодня приобретаем пластины от известного корейского бренда и обеспечиваем свой запас порошка на 7,5 месяцев. Вот этого запаса вам хватит на 7,5 месяцев, друзья. Либо цветочный аромат, либо аромат свежести. Цена за 3 упаковки только во время прямого эфира 999 рублей. Сейчас действует сумасшедшая скидка 1400 рублей. Такой скидки не было никогда. Но вообще это премьера в прямом эфире на нашем телеканале. И если вы пойдете в магазины, нет таких цен на этот уникальный корейский стиральный порошок. Олечка, успейте. Еще раз, можно я обращу внимание, потому что наши телезрители, может быть, не успели понять, что мы держим дома. Ага. Мы держим порошок обычный для цветного, для белого, для черного, для детского. Покупаем всевозможные кондиционеры. Вот, примерно такой арсенал. Ну, ты знаешь, когда... Сегодня наши телезрители получат вот такую компактную пачку. То есть мы экономим не только деньги, время, силы свои, чтобы принести все это, да, вот эти 3-4 килограмма. Мы экономим и место для хранения. Олеж, когда у меня родились дети, да, но мы, естественно, пересмотрели свои стиральные порошки, что все-таки нужны гипоаллергенные, хорошие порошки. Расход увеличился денежный. У нас появились детские порошки. Вот по сей день стоят. Ну, вот такого порошка
пока мне хватает, ну, где-то на 2 месяца, вот для того, чтобы отстирывать вещи. Далее, всякие кондиционеры, вот это вот все. Ну, конечно, все, вот Олечка, это классика. Этого ничего не надо. Вот корейский порошок заменяет все. Он поэтому называется инновационный универсальный порошок. Давайте я покажу вам его свойства. Да, мы сегодня заявляли, что он великолепно растворяется даже в холодной воде. Вот здесь у нас холодная вода в 2 стаканах. Можешь попробовать пальчиком. Да? Холодник. И сегодня на стороне телезрителей. Не все порошки растворяются, только дорогущие порошки. Дальше, смотри, мы берем с тобой обычный порошок. Вот он. Вот он, да? Обычный стиральный порошок, примерно, вот он, стаканчик, примерно столько мы используем для одной стирки. Да. Вот, да? Друзья, представляете, сколько это все мы, во-первых, денег тратим, а во-вторых, вы представляете, какой, вот, знаешь, вот, неудобный способ, да, нужно отмерять стаканчик, а потом засыпать. Теперь посмотри, растворимость этого порошка минимальная. То есть, если холодная какая-то вода, ну, даже 30-40 градусов, то, соответственно, частички этого порошка остаются, и это вы видите сейчас наглядно. Вот, смотри. Дальше, посмотрите, я загружаю наш стиральный порошок. Вот это тоже на 3 килограмма белья. Вот это маленькая пластинка. Слушай, смотрите. Так удобно с собой можно взять. Смотрите, сейчас она прямо на глазах она начнет, уже тает, смотри, начнет растворяться. Да. Видите, вы видите? Видите, что? И я прямо рукой... Обрати внимание, не перчаткой, а голой рукой размешиваю этот порошок. Нет, он настолько экологичный, настолько безопасный для здоровья, что можно даже голыми руками постирать что-нибудь. Видите? Ух ты! Такой великолепный. Слушай, скажи, что здесь в составе у нас? Вот ты вот сейчас вот развел. Ты знаешь, я лучше скажу, чего здесь нет. Здесь не содержится ни фосфаты, ни парабены. То есть вот те самые синтетические вещества, которые вредят нашему здоровью. И, кстати, экология нашей планеты. Это Южная Корея. А в Южной Корее у них очень развито вот это стремление к экологии. Посмотрите, да? Вот наш голубенький стаканчик, все уже растворилось. Мою руку видно, то есть вода практически прозрачная. И то, что у нас от обычного порошка. Вода, и мутная, и там, смотри, вот они частички. А я вижу, вот они еще плавают. Куда попадают эти частички, скажи мне? Они попадают в белье, и не дай бог, дети вот маленькие, если оденут такую одежду, это сразу аллергия. Мы все удивляемся, почему у нас каждый второй аллергик? А потому что стиральные порошки, отбеливатели, вот это вот все. Представляете, мы нюхаем это ежедневно. Это опасно для нашего здоровья. А вот это безопасно. И это корейский бренд, который сегодня для вас представляет целый запас полугодовой порошков. 3 упаковки за 999 рублей. Дозванивайтесь, у нас партия ограничена по такой сверхневероятно сниженной цене. Лучшая цена, самая лучшая за всю историю.